Вот видите, вчера было вообще еще два таза. Это опята. Вот. Удивительные опята. Выпил свой кофеек из баночки для анализов. Короче, я сказал уже, сейчас редкий случай, сезон опять пошел. Здесь он совершенно не каждый год. Я не знаю, сколько лет уже этого не было. То есть какие-то, по-моему, третий раз вообще. Вот с 2007 года, как мы тут. С 2006, кстати, в 2006 она появилась, это все же быть вроде бы точным. Я это уточню у брата. Он точно знает. Надо будет сейчас ему звякнуть, кстати, уточнить вот в течение этого видео. Да, дача у нас появилась в ноябре 2006 года, ребятки. Именно, совершенно точно. Только что позвонил брату и удостоверился. Ну, примерно. Значит, тогда же, в 2007 году вышел Сталкер, вышел iPhone и так далее. Ну вот с тех пор я вам могу по пальцам пересчитать. Вот мне кажется, что вот на одной руке. Это у меня кофе, вы не подумайте. А на одной руке хватит, чтобы пересчитать. Не все сезоны совершенно опята идут. Вот так. Так что сейчас просто говорю, хоть самому иди и собирай. Сейчас, может быть, кстати говоря, завтра можно будет пойти, не знаю. Ладно, ребятки, смотрите следующее видео.